Привет, мои хорошие. Хорошо, когда есть два занятия, которые нравятся, и можно, если от одного устал, переключаться. Я с большим удовольствием сделаю новую коллекцию. В Москве жуткая жара. Просто, простите, я вот без грамма макияжа, потому что невозможно ничего на себя просто как-то на лицо положить. Я сижу под кондиционером и просто в ужасе думаю, что, возможно, мне надо выйти из дома. В общем, в городе, конечно, когда такая погода, не очень приятно. Лучше где-то быть за городом, попивать себе коктейльчик лежа на каком-нибудь шезлонге. И, в общем, ну, кто что любит. Не зря я рисовала черной ручкой всю неделю. Коллекция черно-белая, почти вся, такая арт-декошная, классная, достаточно простая по формам, но роскошная. Ну вот, прям вот арт-декошная. Так, с чего бы начать? Давайте начну с самой черной пары, потому что она самая контрастная, ну нет, не самая контрастная. Но с нее, во-первых, все началось, а во-вторых, я не смогу сделать повтор, у меня таких верхушек больше нету. Вот такая она. Ну, это такие достаточно, получается, универсальные вещи. Часто говорят, что у меня таких не хватает. Ну, вот случаются. Вот такие они классные, они там вертятся туда-сюда, какой-то там своей жизнью живут. Вот это здесь, конечно, роскошная золотиночка. И, ну, классно. Вообще, я хотела надеть, я достала вещи, наконец-то летние, хотела платье кинзошное надеть. Но даже вот, даже на это меня не хватило. Значит, еще одна, тоже очень контрастная. Начну с прям с самых больших контрастов. Кстати, ну да, хорошо, что я сделала вот этот здесь дождик, потому что как-то иначе очень коротенечко, чуть-чуть я разбила эту графичность, а как бы было без? Ну вот без эта графичность лучше читается, кому-то к лицу может быть и лучше без дождика, а мне вот хочется все-таки добавлять контрастов. Ну и любимая полосочка, куда без нее. Так, повыше. Так. Слушайте, я не знаю, насколько хорошо слышно у меня тут Кейт Буш, но я что-то сошла с ума от этой песни. Это, кстати, саундтрек, это не саундтрек, но это музыка из фильма, из сериала «Очень странные дела», вышел 4-й сезон. Там осталось 2 серии, которые должны показать в июле. На меня в локдаун подсадил Андрей на этот сериал. И, в общем, я очень переживаю за этих детей, которые уже подросли. Они там возраста, наверное, как раз моего ребенка. И я, в общем, фанатка этого сериала. Он жутко страшный для меня, во всяком случае. Ну, в общем, 2 серии ждем. Ждем, чем же там все закончится. Буду надеяться, что все будут живы-здоровы. Так. Вот такая история. Ну, вот эта вот пейзажная часть очень классно сочетается с нижней. И здесь такой светлый акцент. Очень классно тоже смотрится. И, кстати, когда вы меряете серьги, в принципе, когда выбираете... Да, какие-то требуют вроде бы макияжа, но вот ваши, они обычно нормально на вас и без макияжа сработают. Это такой лайфхак. Так... Еще одна вариация. Скажите, Ира, что-то ты нас вот здесь вот так вот. То есть там вот эта штука спряталась за вот этой. А вот сейчас я думаю, может быть, надо было ее назад увести. Было бы, кстати, как-то тоже интересно. Да, слушайте, мне кажется, мне надо было ее назад увести. Было бы тогда, может быть, даже как-то интересней. А, ну вот, да, у меня сейчас закончилась песенка. А я хочу ее снова. Вот, я ее целый день сегодня слушаю. Вот, в общем, наверное, тут я хочу. Вот она. Это, знаете, это как с моим рисунком. Нарисовала, думаешь, нет, надо вот здесь по-другому. И вот здесь вот, может быть, еще вот так вот. И вот так вот здесь. В общем, это
бесконечно. И видно, это все это заразное. Мне хочется теперь вот эту штуку увести назад. Что ж такое-то? Ну, хоть прямо это... Ладно, сейчас я не буду это делать. Я сделаю это после ролика и выложу фоточкой отдельной. Да? А так, конечно, все очень красиво. Так. Это я показала. Еще есть вот такой вариант. Тут и золото, ну, золото вот, да, завязывается с нижней частью. Вот это вот чудесное посередине. Тоже достаточно все вроде бы просто, но, согласитесь, роскошно. Ну, потому что материалы, они смотрятся очень ювелирно и роскошно. Вот это прям как-то хорошо. Здесь воздуха побольше, и мне сейчас на мое лицо без макияжа прям вот хочется побольше воздуха. Сейчас поближе покажу. Вот они. Так. О, вот эти, это последние в этой серии. А, вот такая история. Прям боюсь мерить, потому что у меня там еще доклеивается украшение верхушечки. Ну, нет, вроде ничего. В общем, и аккуратненько. Прям вот, чтобы ее не задеть. Вот такие. Это прям вот супер светлые, где много сияния, потому что это такие перламутровые фактуры. Они прям ловят свет и смотрятся, конечно, классно. Вот эти мне прям сейчас хорошо. То ли свет у меня такой, что хочется такого сияния. И, говоря про арт-деко, есть у меня вот такая штука. На самом деле, мы делали к выпускному. Я делала на заказ моно-серьгу клипсу, в общем, для девушки, для одной. И я сделала два варианта, все-таки с замком, вот, ну, обычным, да, с гвоздиком и зажимом, и с клипсы. Ну, вдруг удобнее бы было. Но все-таки на клипсе остановились, но так как у меня осталась вторая верхушка, как не сделать вторую сережку, потому что она очень прикольная. Но к такой сережке, вот как бы меня нужно было бы изменить, чтобы сейчас все это хорошо зашло. Вот это убрать, ну, хотя бы вот. Вот это вот. И, например, рубашку с воротом открытым сильно, чтобы все-таки акцент был на сережке. То есть раз линия и, например, линия ворота. Либо там у нас асимметричное платье на одно плечо. Это вообще идеально. То есть если бы у меня было что-то на одно плечо и такая сережка, это прям очень красиво. В общем, вдруг кому-то тоже надо. Вот такая красота есть. Потом у меня... полная амнезия. Мне кажется, я в прошлый раз вот эту пару не показала, потому что она у меня лежала в мастерской. Она должна была войти в прошлый блок, но, по-моему, не вошла. Сейчас покажу. Они очень красивые. Очень красиво по цветам здесь, когда туда свет попадает, эти все прозрачности и фиолетовое сердечко. Ну, в общем, для любительниц лилово-фиолетового очень такие легкие, летние, классные. Мне сейчас ни с чем по цвету не соединяется, поэтому не так хорошо, как могло бы быть. Но вот такие они красивые. Потом, сегодня я в ВК выкладывала вот эти чудесные с жемчугами. Ну, вы понимаете, что жемчужины все эти разные, барочные, поэтому здесь точного повтора точно не будет. И вообще у меня этих лапок... не осталось. Одна у меня есть. У меня есть две, на самом деле, но со второй там она настолько другой формы. В общем, не знаю, что я с ним буду делать. А вот это вот в пару очень даже классно подошло. И здесь мне очень нравится, как у меня завязывается с колье все. То есть жемчужины, да, перекликаются. И вот эти вот прозрачные такие под янтарь штуки с верхушкой. Очень так классно, гармонично смотрится. Очень красиво. В общем, такие золотисто-салатово-сияющие, волшебные. И последние. Я не могу вас оставить без ангелочков. Вы же понимаете.
но мне захотелось вот таких больших легких шаров. Смотрится как натуральный жемчуг, на самом деле это очень легко. Это шелковый японский жемчуг. Ну вот у нас еще Лана Дель Рей тут запела. А значит, вот такие ангелочки. Удивительным образом перламутровые все вещи. Нам, ну, на самом деле, на многих лицах, вот, кстати, вспомним эпоху рококо, например, да, это свечи, это такой свет мерцающий, это напудренные парики, это припудренные лица, и, конечно, жемчуг, который там в украшениях обильно использовался, очень красиво всю эту историю подтеняет, освещает. То есть вот мое даже сейчас без макияжа лицо как-то раз так, и оно посвежее стало за счет вот этого вот сияния. То есть эффект жемчуга и перламутр рядом с лицом, он просто шикарный. Вот такие. Вот такие дела. Я надеюсь, вам все нравится. Вы мне обязательно что-то напишите, я думаю. Всем пока. Я в размышлениях, не перерисовать ли мне финальную работу. Мне сегодня приснилось, как я могу это сделать, и мне хочется попробовать, но вылезать вообще неохота. В общем, я в метаниях, творческих сомнениях. Ну вот, я с вами всеми своими историями поделилась. Всем пока и хорошего окончания воскресенья.